Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев призвал провести досрочные парламентские выборы после того, как участники саммита ЕС отложили начало переговоров со Скопье о вступлении в Евросоюз. Как сообщает Рейтер, одним из наиболее серьезных противников сближения с Албанией и Северной Македонией оказался президент Франции Эммануэль Макрон. Заев назвал решение саммита «исторической ошибкой и нарушением обещаний». Предполагалось, что процесс вступления в ЕС и НАТО активизируется после согласия Скопье на переименование страны. «Я почувствовал, какой гнев, разочарование и даже фрустрацию испытали граждане», — рассказал премьер-министр. Он отметил, что рассматривал вариант собственной отставки, но решил не отказываться от борьбы. На досрочных выборах, по словам Заева, у избирателей будет возможность подтвердить свое доверие правительству и его курсу.